Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Ой, снег в рот попадает. Сегодня 18 апреля, погода все хуже и хуже, весна точно где-то заблудилась. К нам пришло от МЧС смс-оповещение о приближающемся, как буран, не буран, ну короче, ветер со снегом, метель. Вот она уже начинается у нас, эта метель. А я иду поливать редиску в дальнюю теплицу. Это вообще выглядит, конечно, парадоксально. Снег, метель, но редиска-то уже взошла. Я вчера посмотрела, там грунт уже немного подсох. И пока было минус 3, минус 4 на улице, в теплице все-таки сохранялась плюсовая температура. А сегодня я ее, наверное, закрою пленочкой, потому что сегодняшняя ночь будет минус 8. Ой-ой-ой, все меня сдувает, я пошла редиску поливать. Потом все остальное скажу в теплице внутри. Это я вам просто показала, какая может быть у нас в сибирском регионе погода в апреле. Но сейчас не только в Сибири, сейчас вся страна воет от того, что всех заморозило, засыпало снегом. Но такой год давно не был. У нас были, ну, более кратковременные похолодания. А сейчас мы сидим четвертый день в сугробах под снегом. И у некоторых даже вот кто посеял рано, все завалило. Один снег растаивает вроде днем, другой наметает. И птички поют редко-редко. Слышите? Тут был целый хор, а теперь два смелых воробья чирикают. Остальные все, видать, там это, где-то в норках своих. Все, пока. Будем ждать весну. Вообще даже интересно, вот кто посмотрит, зима, метель. Я иду с лейкой по огороду, скажут, ну бабка с ума сошла, ну а поливать-то надо. Мы же в ответе за тех, кого насадили.